Ну, сейчас мы находимся на четвертом месте, с таковые матчи очень близко. Будем выходить в каждый матч и доказывать, биться. Болельщики хотят, чтобы у нас появился шанс выйти в премьер-лигу. Мы очень близки к этому. И надеюсь, все будет хорошо. Ну вот сейчас в данном матче не все так хорошо. Волгаря 2 заработал Игорь Шевченко право на пенальти. И Горан Вуевич подошел к 11-метровой отметке. Это значит, мы увидим пенальти. Вуевич бьет, по центру бил. Степан Сикач прыгнул в правый угол, а мяч прошел по центру ворот. В достаточно низкой высоте летел мяч, но тем не менее Горан Вуевич открыл счет в этом матче.